Привет, дорогие друзья! Меня зовут Артур Паровозин. Мы будем сейчас играть игру «Звездный десант», вернее, проходить ее на шестую главу под названием «Два моста». Один из самых моих любимых раундов уровня. Ну что, приступим к записи игры. Начнем играть. Ну что, мы высаживаемся на нашу планету. Мародер, не расслабляться! От тебя требуется сосредоточенность и упорство. Нужно расчистить дорогу и мосты. Мы потеряем многих, и будь я проклят, если позволю ему убить еще хотя бы одного из наших. Штурмовая дружина подходит к мосту, но их прижали плазмоиды. Помоги и веди их за собой. Тебе пригодится любая помощь. Хватит отстреливать жуков, мародер! Нужен у моста скорее! Игра только начинается, и уже здесь геморрой. Нас начинают обстреливать в плазмоиды. Не советую время тратить на них. Сейчас пробуем открывать мосты. Одна из моих любимых тактик. Это главный подход к мосту. Я загружу в твой скафандр коды доступа. Оставайся на месте до конца передачи данных. Мы не будем тратить на него время. Мы будем выполнять миссию, которую нам дал начальство. Иди на пролом, мародер! Ну-ка, открывай свою калитку, сейчас будем долбить его. Сейчас, наверное, бластеры всякие помогут с ней выйдут. Реактивная установка у меня есть. Ну что, мужики, где эти твари? Выползайте отсюда. Артур пришел. Да тут все подозрительно. Эти чмошники здесь. Привет, девочки, это Артур. Артур пришел вас убивать. Так. Ну, слушай, снайперы обстреливают, только не понимаю, где. Вот одного нашел, второго. Что, закончились звуки? Нет, это... Сейчас отбивать, убить ему. Иди сюда, козёл. Вот здесь опасно, опасно. На четверочку надо лежать. Поблизости обнаружены плазмоиды. Не оставайтесь на открытой местности. Вторая группа пытается пробиться с другой стороны моста. Если повезет, встретитесь на середине. Как неудобно эти бластеры. Ой, не люблю эти бластеры. Вот, накрыли мы. Что там спокойно, все. В Багдаде все спокойно. Во, еще вылезает. Сейчас мы обстреляем. Все против плазмоидов вот этих долбанных бластеров советую вот эти использовать пушку. Эта пушка самая крутая. О, какие красавицы!
Кстати, друзья, я продаю товары. Майки разные, часы. Вы можете по ссылке под видео в описании заходите покупать мои товары. Скидка 15%. Хорошего качества. Профессиональные интернет-магазины. Доставка 2 недели. Чё-то не... Мы обрушим на плазмоидов авиаудар. Найди пульт управления нижним мостом. Он где-то поблизости. Видели прикол? Плазмоид пострелял. Ну, посмотрите, где... Вот не люблю эти плазмоиды, где... Когда ты не видишь. Пройти. Здесь где кнопка должна быть. Вот она. Нажимайте, не ищешь. В рабочем состоянии. Сейчас сохраним игру. Советую часто игры сохранять здесь, чтобы казусов никаких не было. Потом я сейчас казус, например, с игрой правильно тормозит. Но эти плазмоиды бесит. Получена конечно. Цель. Идет кнопка. Сейчас будет как раз... Хорошо, блин. Гранатку потеряю. Цель. Нажимаю на четверку, здесь должны выползать эти твари мелкие. Что-то мне не звук не нравится. Танкер со средней дистанции долбить. На, получай, чмо. Когда ты загнёшься... Давили эту тварь, блин. Еще деньги на Яндекс. Ссылки под видео в описании будет. Чтобы игры потом при оборудовании купил, игры лучше записывал. Ну еще можете товары купить. И вообще, мне хорошо. Будьте наготове, девочки! Снабжена еще одним кодовым замком. Не ходите от нее, пока я передаю коды. Ладно, хорошо, постоим, покурим. Не останавливайся!
этого поля открытое пространство. Попробуй решать. Очень хорошее для них. Вынести! Сейчас я долго не надо. Клевана, клевана. Что-то там есть, паленый тигром клевун. Это тигр мудозвон. Есть кто дома? Блядь, есть. А мы спрячемся. Сейчас сохранимся. Патроны сохраним. Советую еще вот туда заходить. В разные комнатки. Не сможет много интересного быть. Все равно наготове держу пушку. Потому что бластер может вылететь. Но вот они и есть. Немного похилим. Задницу надерем. Не забывайте, эта кнопка, нажимайте кнопку 4, сразу выскакивает эта пушка. Она очень хорошо против этих мелких засранцев. Тут на 1, 2, 3, 4 можно выбирать оружие. Там наверху наши парни. Они жаждут расплатиться по полной с этими жуками. Зачисти территорию, мародер. Хорошо, сэр. А сейчас мы пока сохраним игру опять. Может пару сохранений удалить, чтобы не заполнять память, как я это делаю часто. Еще почистим немного. Нажимаем какую-то кнопочку. Продолжаем играть. Тоже сейчас будет тяжело. Кстати, у нас тут будет друг. Вот еще сюда эти элефанты пришли, нам было круче. Вот это мясорубка, и это сучара, во, красотища. Вам придется этих тоже бить, этих мудозвонов. Сейчас мы набьем ему оброшу. Это мясорубка, товарищи. Это мясорубка. Thank you.
Ну чё, мудак, иди сюда. Папочка хочет с тобой собраться. Не убегай от меня, иди поговори со мной. Как дела, как настроение? А, ты ещё грузуешься. Один мудак есть, иди сюда. Вторая фраза. Не отворачивай жопу от меня. Иди сюда, с твоей папочкой разговаривай. Отлично, высылаю чёрт! У меня на сканере какая-то гигантская тварь. Что бы это ни было, прикончи его, мародёр. Где эта тварь? Покажите мне её. Что это за хренотень? А, это генерал. Всё. Он был в предыдущей части. Эй, придурок, иди сюда. Я сейчас, мужики, вас научу, как с ним разбираться. Чё, подмогу зовёшь, козёл? Вот тебе Хиросима и нигер сраки. Иди сюда. Глаза выбивайте ему, глаза выбивайте. Видите, я глаза ему выбиваю. Один глаз нету. Пока силы сохраняем. Он, кстати, хп поднимает, когда на вас звуковая волна идет. Не ожидал такой прыти от королевских воинов. Черт! Высылаю на помощь два отряда. Один будет держать позицию, второй отправится с тобой. В отряде Гамма есть механик. Надеюсь, этого мудака мне не придется защищать, как в других частях этого механика долбанного. О, братва пришла. Опять мелкие тут орут разные. Тут, кстати, еще будет новая реактивная пушка. Стоп! Замок не принимает коды. Видимо, произошла поломка. Здесь потребуется помощь механика. Конечно, главное, чтобы он мне тут не жаловался, что какая у меня здесь плохая. В прошлом году один механик сказал, да, так и остался там. Окей, передаю коды. Не отходи от двери, мародер. Есть, сэр. Будет исполнено. Хорошо тебя командовать. Ничем не могу тебе помочь. Сканеры не работают из-за сильных помех. Ты можешь рассчитывать только на самого себя. Ясно, что поделать. Постоим. Пушку я уже приготовил для бластеров. Что за хрень? Не могу понять. Такое чувство, что все шутки закончились. Когда выйду на пенсию.
Смотрите, как это долблю. О! Нажимаем на левый клик. Что-то не могу поверить, я его бью или не бью все-таки. Вот реактивные пушки я обожаю. Нажимаем на левый клик. И давим эту тварь. Все легко и просто, как по учебнику. Кстати, видите часы? Вы, кстати, у меня тоже можете заказать их. По ссылке под видео в описании. Смарт-вотч, крутые часы. О-о-о! Иди сюда! Иди сюда! Я с твоей мамой спал. О! Можно выходить-то? Я пока еще на четверочку не нажимаю. Что-то эти долбаные ворота долго открываются. Вроде никого нету. Я очень люблю эту пушку. Слышу, мародер, ворота заклинило, найди другой путь. Сейчас все сделаем. Сэр, мой взвод погиб. Я возвращаюсь к месту эвакуации. Не волнуйтесь за меня. Удачи. Ну что, девочки? Похоже, это будет театр одного актера. Сейчас мы замочим их всех, с ними разберемся. Нихера себе, иди сюда, бля. Вот тот дом и хозяин, я хозяин. Папки какие-то. Не будем патроны лишние тратить. Кто-то опять эти шмошные наскальники, снайперы или как они там. Что такое было? Плохо, что здесь снайперской минутки нету. Вот ты козёл. Сейчас мы вас сделаем.
Надеюсь, у меня по морде получил. Этот козлина. Вот не люблю я лишние патроны тратить, что-то не нравится мне. Кстати, где-то у меня реактивный пулемет, гранатомет должен быть, я его что-то не нашел. Вот, кстати, в следующих играх будет. Этого бунака не охота делать. Вот враги мои самые нелюбимые. Ой, сложная игра вообще. Надеюсь, здесь патроны есть. Надеюсь, здесь бластеров нету, этих дебанов. Меня раздражает. Вроде все спокойно. На всякий случай сохраним всю игру. Удалим разные опять штучки, дрючки. И начинаем играть. Финальная стадия игры. Одного сделали. Так что, кто хочет помочь финансово, можете или покупать товары, или на Яндекс кошелек денежку скинуть. Как говорится, по-братски все. Вот и второй взвод. Похоже, им не удалось пройти далеко. Вечно этих девочек надо спасать. О, эти мои друзья старые. Жуки. Зачистить территорию и занять мост. Летуны, забыл про них, что они здесь будут. Сдохни, тварь. Но! Пора, блядь.
Сейчас второй. Сейчас снова сделаем. Эй, иди сюда, мы с тобой говорили. Сейчас мы можем просто... Смотрите, танцуем. Вот отлично! Так. К тебе направляется спасательный катер. Фу, дошли мы. Вот это супер жесть, супер игра. Моя девочка едет. Смотрите, какая красотища. Это все я сделал, один. Вот времена-то будут, да, скоро такие. Наши предки тоже будут, то есть... Наши... Привет, Эн. Прошел день. Отлично. Смотри-ка, ты чем-то запачкал скафандр. А, это же утиные кишки. Как всегда. Это большая стратегическая победа, мародер. Мосты наши, а жуки в замешательстве отступили. Продолжай в том же духе, и я могу представить тебя к медали Терри, если не найду кого-нибудь более достойного. Или я не сдохну. Ладненько, друзья, спасибо, что смотрели мое видео, как я играю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кто не подписался и кто не лайкнул. Покупайте мои товары и ждите продолжения новой части, как я играю. Всего хорошего, до свидания.